Здравствуйте, с вами Дайна Байкова. И сегодня этот видеоролик я буду записать для своих партнеров и партнеров команды «Прорыв». И буду рассказать, как регистрироваться новую компанию MyLot Network. Сейчас переходим на экран. Открываем страницу компании. Чтобы зарегистрироваться, вам надо нажимать вот вверху «Join». Потом переходим на саму регистрацию. Здесь вводим свой e-mail, с которым будете регистрироваться. Надо, чтобы этот e-mail был на Gmail. Вводим e-mail. Потом надо придумать свой пароль, с которым потом и будете заходить в свой сайт компании. Нажимаем Next. Потом надо выбрать, с каким паком вы будете стартовать, там $10, это только для клиентов, которые хотят только играть. Но мы все хотим заработать, потому выбираем второй пак за $124.99 и здесь поставим галочку. Потом нажимаем Next, потом еще раз Next. И здесь вам надо вводить свой адрес. Пока компания работает только на несколько стран, вы видите, здесь Америка, Австралия, Бахамас, Канада, Нью-Зеландия, United Kingdom, то есть Англия, а другие страны не работают. Потому пока мы регистрируемся на адрес, который... Мы будем давать своим партнерам американский адрес, потому обращайтесь к своему спонсору, и он даст вам этот адрес. Ну, компания обещала, что с сентября месяца уже будет и нашей стране доступны, но пока мы регистрируемся на американский адрес. Сейчас я покажу, что делать дальше. Так, выбираем такое-то имя. Имя, здесь фамилия, компании, там не надо ничего. Потом, как я сказала, будет отдельный адрес, но сейчас я только выбираю, придумаю какой-то адрес. Здесь улица первая надо. Потом выбираем город. Город тоже будет американский, но пока выбираем свой. Не свой, а я выбираю какой-то город, примерно. И да, там только чтобы вам показать, как это будет работать. Потом свой телефон, номер своего телефона. Потом здесь идут информации спонсора, ваш номер вашего спонсора. Потом надо придумать свой логин, с которым вы будете заходить на страницу, примерно Людмила я напишу. Так. Потом этот, надо повторить это имя пользователя, с которым вы будете работать потом. И здесь, видите, здесь есть такие варианты, как оплата. Пока у нас доступна только оплата с биткоинами и Western Union. И с этими биткоинами вы можете оплатить, там будет наш нам видеоролик, как оплатить с биткоинами. Ну, примерно на европейские страны я даже советую лучше выбрать этот Western Union. Так, выбираем оплату, идем дальше. Здесь проверяем адрес, которые мы вводили, как я сказала, мы пока даем эти американские адрес своим партнерам. И соглашаемся условиям, идем дальше. Нажимаем «Finish». Так, сейчас перенаправляемся на e-wallet. Здесь уже пишется, что за минусом 124.99. Так, в e-wallet сверх важно убрать адрес, который неправильный, и поставить адрес, который там, где человек находится. Иначе в верификацию не пройдется. Так, здесь кэшбэк мы убираем тоже. Значит, имя, фамилия правильно у нас, адрес. Да. Так, значит, здесь, если у человека есть название компании, он указывает здесь и ставит галочку. Я знаю, уже заполнял это. Я знаю, это уже все. Я подтверждаю, да. Да, раз, два. Код транзакции.
пин-код транзакции. Фу. Это можно потом поменять. Да я От знаю. 4 до 10 цифр. Так, три вопроса для верификации 2. Так, продолжим. Есть. Поздравляем, вы успешно создали свой e-wallet кошелек. И здесь вот находится вот эта вот квитанция к оплате. И варианты оплаты вот такие вот следующие. Значит, e-wallet. Да, можно банковский счет, можно другой e-wallet чей-то. Ага. И можно биткоин. Ага, понял, понял, отлично. Нажимаем тут биткоин. Так вот, 2,50 берут комиссию за биткоин. Да, херня. Самая выгодная из всех. Единственная настоящая, скажем так. Да, реальная валюта, которая стоит денег. Да. Да. Вот смотрите, здесь важный момент. Вот это вот колесико будет крутиться до тех пор, пока оплата не пройдет. Ага. И статус, и waiting, то есть ожидается оплата. Ага. Значит, для того, чтобы сделать оплату, нужно просто копируется этот адрес, вот пишется копия, скопировано, и этот адрес ставится или в обменнике, там, где происходит стоп, обмен, стоп, или стоп. Же, если у человека есть стоп, кошелек и wallet. Я да. прошу прощения, вот копируется вот эта вот ссылочка, вы имеете, 12 EFMK или вот да, это. Вот это вот все, это номер кошелька и wallet.